Ну что, друзья, это второй бой сегодняшнего турнира. И в нем выступают ребята, которые уже неоднократно доказывали на нашем чемпионате свое превосходство. Слева от меня парень по прозвищу Супермен. Имеет больше 6 боев на стрелке. Отличный грэпплер, суперборец и настоящий чемпион. Поаплодируйте ему, давайте. А справа от него... Ну-ка, расскажи пару слов про себя, я вспомню, давай. Я Вадим, я с Донбасса, я просто люблю драться. Ты приехал с Украины в Белоруссию специально показать себя. Конечно, да. Красавчик. Посмотрите себя показать. Какая у тебя техника? Бокс, тайский бокс, что преобладает? Все вместе. Красавчик, давайте пожелаем ему удачи. Давайте, мужики. Бойцы на середину. Парни, помним про правила, слушаем моей команды, деремся честно. Это стрелка, времени нет, судейских решений нет, поэтому все зависит от вас. По углам. Готов! Готов! Бой! Это было быстро. На середину. Ну что ж, Супермен открывает сезон. Давайте поаплодируем, ребята, идите сюда. Залезайте. Быстрый бой, в котором побеждает техника. Давай. Хороший боец. Ты показал, что хотел? Да, конечно, показал еще. Я поучаствовал, это самое главное. Всем желаю заниматься спортом. Не сидеть дома, пускай сейчас такой сложный период. Все равно за спорт надо не забывать. Соперник молодец, парень техничный, показал свое. Спасибо. Красавчик, спасибо, что приехал. Давай, увидимся. Супермен, держи твои пару слов. Всем привет. Ну, спасибо, хочу сказать сопернику. Молодец, вышел. Туда, камеру говори. Пришел, думал, кого не дадут. Потехнище, но дали пацана, решил не бить. Ну, раз пришел, значит, надо попробовать. Передай привет всем твоим друзьям, родителям. Всем привет, кто сидит дома сейчас, кушает. Всем приятного аппетита. Опять что-то едаешь на белорусском сале. Ну что ты, расскажи, как ты сосиски поедаешь, сало, гуляешь по Минску целыми днями, давай. Не, краковская вкусная. Ну все, иди давай, не рекламируй краковскую колбасу. Поехали дальше, посмотрим пару номер 3.